И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в продолжении, значит, анимации персонажа на коне. Тут вопрос в чем теперь состоит. Есть у вас локация, но у нас конь отдельно, значит, персонаж отдельно. Объедините с их линковкой. Это находится в файл вот здесь. Вот линковали в прошлых роликах персонажи вот этих вот сюда, да? Эти вот персонажи все залинкованы. Они с анимацией, в принципе, снимай не хочу. Но этих персонажей сюда не закинуть по отдельности линковкой. А, ну как, в смысле, линковкой я могу закинуть, но по пути я уже не пущу их. Давайте разбираться, как это дело обыграть. Значит, вот этих персонажей я сейчас удалю. Теперь сохраню файл вот этот отдельно Save As в папку Дикий Запад. Здесь всего уже побольше становится. Прибавлю, это будет, допустим, первый. Есть уже второй, вот второго нету. Сохраняем. И, значит, будем работать с этим файлом. И заходим теперь, открываем Open. Так, ковбой на коне сначала давайте. Так, это какой у него? Вот, медленный. Я хочу, чтобы он заехал в город, да? И что сделать? Так, это делаем все просто. Выбираем наши кости. Заходим в Pose Mode. Выбираем английское А. Все анимации, видите, они не закончены. Потому что я потом еще буду шлифовать. Но для информации, для пробы, в принципе, этот вариант пока пойдет. Теперь что делаем? N-панель, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Если вдруг запись бывает плоховато, это потому что я держу одну руку на клавиатуре, одну на мышке, и видно, где-то микрофон перекрывается. Вот когда вначале говорю, ничего не делаю, вроде бы звук чистый должен быть, но относительно. Так, теперь, значит, нажимаем Ctrl-P, сочетание клавиш, и делаем... Так, нет, не Ctrl-P, а давайте в Pose Mode зайдем, найдем... Анимация и баг актив. Поставим онлайн selected bonds, визуальный кейнг и, значит, вот эту overwatch current актив. С английским у меня плохо. Нажимаем ОК. Прописываются, видите, все кадры. Но наш персонаж вот такой вот шиздец становится. Значит, это Ctrl-Z. Возвращаемся. Выбираем тут, возможно, еще какие-то А. Все кадры, а тут тоже все выбрано. Попытка номер раз. Так, теперь опять анимация, бэкап. Все стоит с 1 по 32 кадр. Ну, вроде бы все. Жмем, а, подождите, Escape. Жмем на первый кадр. Забыл я это дело, да? И опять анимация, опять же баг актив этот. Нет. Поджимает его где-то что-то. Так, а ну-ка, еще разочек проверяем. На первый кадр, посмотр, анимация. А ну-ка, давай еще разок. Так, а ну-ка, онлайн селектед, но он нужен. Я всегда вот этот набор делаю, объект. Тен-ден-ден. О, все. Значит, я на облик вот поставил, а то сохранял позу. Так. Все, это есть. Теперь, значит, прямо из PostMod экспорт FBX файл и сохраняем именно, значит, этого в ковбое. Находим, где у меня тут комбой этот. И сохраним ковбой на коне. FBX файл. Все, это дело есть. Теперь файл open открываем, где у нас, значит, ну я так, наверное, открою, don't save. Теперь нам понадобится конь. Находим, где он тут находится, horse. Вот я по-английски надо переписать папку, это с группы я со своей скачал по новой, и там все на английский переводит. Так, походняк, да, а ну-ка, вот этот походняк, смотрим. Ну, вроде бы он, да.
Надо еще, конечно, тут сидеть, шлифовать, где-то что-то убирать, где-то что-то не убирать. Я вот тут вот хвост дописал. Вот чуть-чуть мотыляется, в принципе, пойдет нормально. Это называется, значит, ранен 2 походка, все нормально. Так, этому делу тоже делаем такой же момент. Значит, английская А. Выбираем все покадровки, английская А. Выбираем всего персонажа. И теперь опять же поз, анимация, баг актив. Тут тоже ставим те же настройки. На объект переключаемся. Ок. Все, видите, прописали все кадры. Теперь надо файл экспорт. И жмем опять же FBX. Но этого сохраняем в папку с конем. Ну, чтобы потом не путаться, не теряться, да? Экспорт. Итак. Сейчас он сохранит. Вроде не тяжеловатые персонажи. Так, ладно, есть такое дело. Заходим теперь, куда мы? Заходим на Дикий Запад. Дикий Запад 2. Сейчас все это дело подгрузится. О, уже быстрее стал грузиться. Потому что я тут столбы поубирал, железную дорогу. В принципе, здесь веса-то как такового нет. 149 тысяч полигонов, это для локации, в принципе, тьфу, мало. Так, теперь что делаем? Вот у нас тут пивот, shift, правая кнопка мыши. Ну, давайте вот сюда его поставим. Откуда он будет заезжать вообще, этот наш герой? Ну, давайте вот сюда его, да? Вот, и по дорожке пусть проедет. Так, теперь файл. Импорт наш FBX файл, значит, этот с конем. Так, это значит running. Коня сюда. Немножко подождем. 195 тысяч полигонов. Не гадает, чего это он так разосрался. Надо коня немножко, наверное, занизко полигоналить. Так, вот здесь они будут появляться почему-то. Ну, потому что здесь была прописка. Тройка на нампаде. Смотрим, где он. Ну, правильно, да. Локация чуть отнеслась, хотя пивот я переставил. Будем знать. Так, теперь что делаем? Файл импорт FBX. Находим теперь нашего этого комбоя. Комбоя сюда же. Ого, 234 тысячи полигонов. Вроде бы что тут. Ну, мы сейчас давайте же это же дело подчистим. Выбираем, значит, то, что нам не надо. А нам не надо. Нам не надо вот эти все YGT. Так, YGT мы удалили. Смотрим, что это за rigged pose. А ну-ка. Чё-то я такая. Чё-то очень шиздец какое нужное. Но я первый раз я вот так вот делаю. Так, значит так, кости удалять нам нельзя. Так, а если мы эти... Так, ну лифт это понятно, да? Вот. Roof, плац. Хаузы, хаузы, геллоу, франц, франц модель. Ну это-то понятно, это все есть. 230. Так, а если вот эту руфу попробовать, правда, удалить? А ну-ка. Ну, в принципе, что, где-то, может, что-то исчезло, но не суть вопроса. Потом мы их найдем. Так, выбираем кости, значит, нашего персонажа. Кости нашего коня. Семерка на нампаде.
Теперь мы это дело с помощью вот этого MOV перетащим. Так, теперь R перекрутим. Так, надо потом... Ну, я их делал не сильно полигональными. Это, наверное, вот из-за вот этого запекания. Повторюсь, что я первый раз вот это вот все делаю. Вот просто в ролике. Я никогда так не делал. Но просто задался вопросом, что это самый будет оптимальный вариант скрестить несколько информаций. Так, теперь мы это дело SSSSSS. Так, надо же подгадать, это же по размеру все тоже. Так, это мы ставим на наш, значит, вот этот дорогу. На нашу вот эту дорогу, значит, G. Поправляем R. А, руфы это были эти. Понятно. Деревянные мои вот эти вот настилы. Тьфу, думаю, что за хрень этот руф? Так, ладно. Смотрим, чтобы он коснулся, значит, песка и не висел в воздухе. А ну-ка. Так, в воздухе он висит. О, а тут он уже на копытах. Так, это можно еще пониже опустить, пусть он в песок входит. Так, все это дело нормально. Так, теперь сюда ставим наш пивот. Shift A. Нажимаем курву, нажимаем патч. Семерка на нампаде. Так. Смотрим теперь. Так, я отключу пока текстуры. Надеюсь, вам так будет не скучно смотреть. Так, теперь, значит, заходим в Edit Mode. Смотрим. Normal Map. Вот, видите, куда усы вот эти вот движутся, там и светлый путь. Так, это значит R. Мы все перекручиваем. Так, теперь с помощью MOV. Даже нет, семерка на нампаде. Давайте просто так. Так, а так у нас не получится, да? Так, красная одежда, этот еще один тут. А, вот. Так, семерка на нампаде, значит, R. Подгадываем наш путь. Более-менее его ровно тут выставляем. Так, есть такое дело, семерка на нампаде, вид сверху. Ну и просто вот это дело, значит, G. Вытянем по прямой, да? Так, еще раз можно G. Может заехать за здание, не суть вопроса. Тут другой вопрос, чтобы потом в песок это все дело не проваливалось. Так, ладно, ну она походу, да, в песок будет проваливаться. Вот, мы видим, да? Так, это значит G. И вот этот, значит, кверху поднимаем. Ну и нашу вот эту вот штукенку тоже кверху. Так, это здесь мы уже потом подгадаем, когда он пойдет сейчас по пути. Тут дело не столько в этом пути, сколько посмотреть, привяжется ли он вообще. Так, мы выбираем, значит, чего? Выбираем в Object Mode нашего риг лошади и риг нашего персонажа. Потом через Shift, левая кнопка мыши, зажимаем на наш путь. Делаем Ctrl-P. Нажимаем Patch Constraint. Смотрим, куда он там у нас свалил в самое начало. Да? Ну, куда-то свалил, не суть вопроса. Мы его сейчас найдем. Заходим, значит. Так, ага, вот, на первый кадр ставим.
Ух ты, он даже увеличился. Так, это, наверное, надо будет с путем вот этим уменьшать. Ну ладно, не суть вопроса. Значит, анимируем путь, нажимаем на кости, анимация пути. Все, патч путь анимирован. Так, follow. Почему-то он развернулся в эту сторону, хотя усы у нас в правильном направлении, да? Так. Ну, это, наверное, все-таки что-то влияет здесь. А ну-ка. Ладно, смоем. Ух ты. И пошиздил он назад, да? Кстати, бывает такая штука. Не знамо почему. А ну-ка. А ну-ка, это Ctrl. Так, привяжем все это дело. Это Horizon 3D курсору. Угу. Так, и что это такое? Конючит, да? Так, а что если мы... Так. Y. Так, Z, Y. Нет, Y, Z. X, Y. Y, Z. Z, Y. Нифига не помогает. X, Y. X, Z. X, X. Короче, не помогает. Так, а ну-ка, Z, Z помогает, но они не пойдут по пути. Так, это все почему-то привязалось наоборот. Это может быть что-то в локации в этой, да? Вот чтобы вы знали, что бывают такие косяки. Так, это значит конь. Так, а где у нас тут этот патч? Выбираем патч, находим, так, анимация 100 кадров, ставим где-то 500. Так, и вот он назад идет, вот мне это не нравится, да? Не есть good. Follow отключаем, clamp не надо. Так, давайте отвяжем это все дело. Alt-P. Так, Alt-P, Clear Parent. Так, и куда он там делся? Опять вернулся на свое место, да? Вот из-за этого может быть косяк. Ну тогда мы, если что, перетащим потом с путем, если получится, да? Или город к нему подтянем. Вот есть вот эти вот заморочки. Так. Делаем в Edit Mode. Смотрим. Ну, все нормально. Все зашибись. Семерка на нампаде. Делаем, значит, английская А, Р, перекрутку. Делаем G. Так. Значит, в город он может не попасть, да? Так, тут не видно. Делаем R. Давайте еще его удлиним. Вот, да, как раз он тут. Пусть подлиннее будет. Зайдем теперь в Object Mode и попробуем по новой. Выбираем, значит, этого персонажа. Выбираем коня. Так, не коня, а Риги выбираем. И, значит, вот так вот. Ctrl-P. Patch Constraint. Во. Видите, а здесь соединился. Надо город сюда передвинуть, именно к родному центру. Так, теперь что у нас получается?
У нас тут 33 кадра. Мы ставим тут 500. Теперь заходим, выбираем нашу курву, вот эту, патч. Заходим на патч. Тут мы уже установили патч constrained, да? 500 кадров, все нормально. Теперь заходим в 0 animation вот этот. И вы видите, здесь у нас две анимации. Одна, значит, коня. Одна, значит, нашего персонажа. Выбираем первого. Находим актив клип. И вот нижние вот эти playback показатели, да? Значит, эту штуку мы удлиняем. Запоминаем, насколько мы ее удлиняем. Вот, допустим, здесь у нас 15200. Так, здесь тогда тоже печатаем одинаково. 15.200. Enter. Смотрим. Так. Ну, в принципе, идет нормально. Единственное, вот эта болячка, значит, с этим с путем, что есть у него вот эти вот проскальзывания, да? Так, тогда смотрим, как их убрать. В принципе, вот эта скорость меня устраивает. Так, эта скорость меня устраивает. Но можно чуть-чуть сделать побыстрее. Ну, допустим, 12 проходов. Ну, тогда ее расширим побольше. Вот, конь идет быстрее. Так. А ну-ка, насколько он идет быстрее, чтобы интереснее было, да? Ну, вот нормально. 12.00. И тут ставим тоже 12.00. Точку не забываем. Enter. А здесь у нас получается 1400. Ну и тут повышаем до 1400. Все, теперь что делаем? Замеряем, смотрим вот эту вот раз. Так, подождите. Выбираем нашего персонажа, выбираем кости нашу вот эту вот штукенцию. Так. Ну давайте вот этот, ох ты, нумб вот этот выберем. Так, патч, путь, да? И выберем наши вот эти кости. Так, здесь у нас песок. Заходим в таймлайн. Конечно, он нам сейчас уже не пригодится, его тут не будет. Так, ну вот нужно теперь нам вот этот нумб. А ну-ка. Так, нумб и вот этого персонажа попробуем перенести. А ну-ка, S делаем. Нет, видите? Размер я не могу поменять, да? Да. С размером тут чуть-чуть, значит, проблемка. Ну, как говорится, и на том спасибо, что работает, да? Так, видите, что идет он на одном месте. Не есть хорошо. Почему это дело происходит таким образом? Потому что будем сейчас исправлять. Так, этот ставим на единицу, и тогда эту ставим на единицу. И тогда эту дотягиваем до полного, ну и эту тогда дотягиваем до полного. Что происходит? Он едет, но очень-очень медленно, да? Так, а если мы его ускорим чуть-чуть проход,
и коню чуть-чуть, допустим. Так, побольше. В принципе, для съемки вот этот вот нормальный темп такой, да? Он не проскальзывает и идет, что очень хорошо. Так, здесь сколько стоит? Значит, 1500 единица, здесь на единицу. Вот, можно как раз снять, как он едет. Тут дело не в том, чтобы он пролетел мимо, да, а в том, что он передвигается, видите, и нормально, вот как я и хотел, прям медленно. Можно снять хороший ролик. Вот, раз, и проезжает. Все нормально. Но теперь нужно вот вопрос в чем. Это-то все хорошо. Ну а как же быть с городом? Город я могу вот это все увеличить, перенести к нему, да? Получается, тогда мы выбираем весь город, отключаем наш вот этот персонаж, чтобы не взять ничего с него. И тогда семерка на нампаде. Делаем, значит, вот тут тоже непонятно, я перекрутил или нет. Так, да? Нужно изначально, значит, уменьшить потом персонажа, чтобы персонажи были меньше размером в этом, как его называют. Ну, короче, они должны быть меньше. Вот что. Так, теперь, значит, G подводим вот сюда. Смотрим, что тут да как. Насколько большой персонаж. Так. Поднимаем еще повыше. Делаем S побольше. И вот когда вот этот больше я еще делаю, потом вот при рендере, при всей годне, ну, проблемы возникают. Так, это значит еще S, это шиздец какой размер будет у нашего, значит, вот этого города. Сейчас посмотрим, там небоскребы либо. Так, G, опускаем, опускаем, находим, где наш этот персонаж. G. Подгадываем. Еще G. Ну, значит, можно еще какая? Не пользоваться одной сценой, а сделать несколько сцен, да, там укороченных, там еще каких-то. Так, смотрим. Ну, вроде бы по размеру, я не знаю, попал я, не попал. Ну, в принципе, с лошади можно на второй этаж залезть, правильно? Ну, давайте еще S мы сделаем. G. Поймаем ноги. Какая-то ситуация, локация, да? Главное знать, откуда он едет. Салуна, допустим, да? Так, все, чтобы ноги поймать, чтобы было все нормально. И чтобы, значит, он не врезался в здание. Это семерка на нампаде. R. G. Вот, чтобы он вдоль улицы проехал, хочу. Так. Так, ну это что-то он вообще тихо едет. Это не есть гуд. Так, это не есть хорошо. Что-то он еле ногами перебирает. Так, здесь у нас 15. Давайте уменьшим
количество проходов. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 умножить на 11, ну 300, а ну-ка. Так, а это кто у нас? Так, и вот это дело растянуть, а ну-ка. Во, вот это уже нормально. Для лошади маловато. Так, тут еще уменьшим, давайте, раз. И тут тоже уменьшим. Так, тогда и этому тоже. Так, это сколько тут? 6000. Мы тут тоже 6000 поставим. Так, этому значит сколько тут стоит? 2800. Поэтому тоже поставим так где-то. В принципе, по скорости так и получается. 500 кадров. Получается 5 кадров в сотке. Так, это 5 секунд, да? Это получается, так, 25 и 25, 50 секунд, правильно? Ну да, так и получается по времени, по съемкам, а я тут торможу. Привык, что все пролетает, все быстро кидают, 100 кадров укладывается. Ну, можно же ускорить, что-то с этим не так. Собака у меня бы быстрее бежала. Так, а ну-ка, если я еще вот это увеличу. Это вот этот один проход, мне интересно знать, сколько он раз тут. И вот этот вот тоже раз, раз, раз. Так, ну здесь уже проскальзывает лапы. Ну, в принципе, при монтаже будет все нормально. Когда это смонтируется, там можно увеличивать скорость, уменьшать, даже это и к лучшему. Есть медленный, хороший проход. Вот, раз, он тихо едет. Вот, раз, 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 а потом чуть-чуть ускорил. Кадров хватает, по кадровке хватает, все нормально. Главное, что система работает. Так, ну все, с этим, а ну-ка. Ну, больше прибавлять, а ну-ка, если я уменьшу до 600, вот тут он идет быстрее. Ну, сути от этого не меняется, что... А ну-ка.
Где-то же должна эта золотая середина быть, да? Так, вот опять микрофон я рукой прикрыл. Так, вот, это уже быстрее. Вот что-то он так быстрее идет, аж несется. Так, а это значит нам поменьше надо поставить, а это чуть побольше. О, тут вообще тупняк. Так, ну эта скорость вообще для него никаким боком, да? Так, это значит, ну давайте поменьше поставим, а этот проход побольше. Оп, я что-то подвис. О. Так, вот это нормально. А ну-ка. Чуть-чуть еще. Так, а ну чуть-чуть уменьшим. Главное, что не проскальзывает сильно. А то б скользило, неинтересно было. Так, а ну-ка. Так, это получается что? 1500. Так, 9700, 1600, да? 9.700. Так, это 1600. Все, теперь надо снять это дело и посмотреть, что тут не так. А ну-ка, мне вот кажется, что здесь нампадом вот этим что-то. А ну-ка, если я поставлю ему 300 кадров. Может, много поставил кадров. Так, а ну-ка. Давайте 300 поставим. Ну да, 500, наверное, ему многовато. Вот тут здесь нормально уже. 300 кадров, зашибись. А ну-ка, а если 200? Ставим 200. И тут ставим 200. Ну тут вообще заезд. Вот здесь проскальзывание. Вот вопрос. Так, теперь, значит, вот этим финтам давайте поставим поправочку. Допустим, вот у нас здесь стоит с 1 по 33. Давайте поставим по 30, по 32. О, нормалек. Так, а куда у нас уходит нумпад по длине? А он по длине как раз тут и заканчивается. В принципе, нормально. Так. Так, я думаю, на 300 лучше будет. А ну-ка. Таймлайн. Ставим 300. И тут ставим тоже 300. Да. Вот, вот это уже поймалось. Нормально, норма. Все, персонаж едет, все нормально, движуха создается, просто путь нужно теперь подлиннее делать. Но по времени вот уже можно посмотреть, симпатично должно быть. А ну-ка, теперь 0 на нампаде. Выбираем, где у нас тут камера.
Shift F поворачиваем на нашего персонажа. Так, здесь где-то мы так вот как бы это дело все снять. Где у него первый кадр? Ага. Shift F. Shift F. Так вот, хорошо бы, чтобы раз, и он его не было, а потом он раз и появился. Вот это зашибись бы было. Ну, тоже можно с разных ракурсов снять, да? Допустим, вот так вот он заходит там куда-то. Там вдалека вот столбы видать. Еще бы фасады чуть-чуть зданий взять. Вот таким вот образом. Так. Ну, мы же можем еще вот этот... Где он тут находится? Нанспатч этот же еще продлить можем. А ну-ка, давайте попробуем, поэкспериментируем. Так, семерка на нампаде. Это значит G. Английская А. Так, вот эту вершину выберем. Семерка на нампаде. А ну-ка. G. Может, тут вот эти вершины надо чуть-чуть, значит, разнести. Ух ты! Он, гляньте, привязан к вершине. И насколько от вершины он... А ну-ка, стоп. Что-то у меня тут подвисать начало. Так, 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 так. И докуда он едет? Вот это уже куда б ни шло. Маленький нумпад этот был, да? Так, надеюсь, он там не заваливается. Так, файл object mode 0 на нумпаде. Смотрим, все, на лошади он поехал. Так, это вот он как раз как и хотелось, вот он появляется. Так, ну тогда здесь уже раздлиннее стало. Здесь можно ставить 400. И тогда тут 400. Тогда еще какой вопрос? Значит, заходим в вот этот штукенцию, поднимаем ее. И значит... Здесь ставим, значит, 32 кадра. И тут ставим 32. Во, все, нормально. Так, таймлайн. Это дело уменьшаем. Смотрим текстурки. Ну, получилось, славьте. Значит, рабочая система вот именно таким вариантом закидывать. Так, а ну-ка. Еще настроим камеру. Shift F. Насколько мы можем уйти? Так, мы еще можем даже вот отсюда смотреть. Со здания, допустим. Вот я на втором этаже. И как раз вот. Вот здесь он должен как раз проехать, да? Не, ну это многовато. Что там говорить? Так, вот если с балкона. Вот так он появляется из-за угла и поехал туда, да? Так, значит, раз он отсюда появляется, надо выбрать вот этот нумпад. И выбрать нашего вот этого персонажа с конем. И чуть-чуть его, наверное, все-таки перетащить. И вот он тут в песок чуть-чуть завяз. Чуть-чуть приподнять. Так, а ну-ка. Угу. И еще нумпад. Что он тут? Полову. Не знаю, что это делает. Так, теперь
Анимация геометрии 000 Тепецоген. Радиус тут стоит 3D. Резолюция. Давайте чуть поменьше. Так, ну какая была? Так, это метод минимум таргет из эпоп. Depth. Это round object. Round frames 400 кадров. Шипкей нету. В принципе, нормально. Так, вот отсюда, наверное, ракурс лучше будет. Или вот отсюда. Вот надо подгадывать, уже смотреть. Так, ну, словом, вот такая вот информация. Все, я теперь сейчас это дело сниму. Чуть смонтирую, посмотрю, как это смоется. Ну, а там уже будет другие будут ролики. Тут вопросов валом созревает, когда все это делаешь. Проблемы, и значит, надо будет их решать. Все, всем пока, до свидания.